Как известно, чисто не там, где убирают, а где не сорят. Это правило работает не только в квартирах и домах, но и во дворах. Решить проблему удобства, эстетики и чистоты смогут заглубленные контейнеры для мусора. Такой способ сбора твердых бытовых отходов давно привычен для жителей европейских стран. Брещане же протестировали новую форму сбора не так давно, а именно в 2016 году. Тогда на улицах Морозова и Воровского установили две подземные площадки. Этот опыт принес положительный результат, а потому работы в этом направлении продолжили. Выполняя государственную программу «Комфортное жилье и благоприятная среда», Брестский мусороперерабатывающий завод строит современные заглубленные площадки для сбора твердокоммунальных отходов с целью закрытия мусоропроводов и обеспечения надлежащего санитарного состояния в жилых домах и на прилегающей территории. В настоящее время определен район строительства заглубленных площадок – это район Ковалева. В микрорайоне Ковалева началась работа по установке заглубленных контейнеров для сбора отходов. Сейчас на смену более 160 привычных баков придет 23 подземных контейнера с мешками внутри, которые будут закопаны на глубину 1,70 м, а на поверхности останется лишь небольшая и аккуратная часть с крышкой. В ближайшем будущем новые площадки будут дополнены емкостями для сбора вторичных материальных ресурсов в нужном количестве. К слову, микрорайон Ковалева для осуществления проекта был выбран не случайно, на то была масса причин. Этот микрорайон являлся проблемным в плане насыщения его наземными площадками для сбора отходов. Как правило, здесь преобладает мусороприемные камеры. И, скажем так, вывоз отходов с камер довольно-таки затруднителен по многим причинам. То есть это, опять же, заставлено с автотранспортом. Это безопасность движения, потому что дворы не проездные, тупиковые. Ну, это мусоровоз – это специальная техника, которой требуется определенное место для разворота, для каких-то. Ну, а микрорайон данный имеет ряд вопросов и сложностей по движению. Новые емкости стараются устанавливать на въездах во дворы, что минимизирует движение мусоровоза по дворовой территории. Ведь прежде чем добраться до контейнера, водителям часто приходится преодолевать препятствия. Так-то в самом деле, да, бывает, особенно по выходным дням. Невозможно выехать во двор, постоянно, можно сказать, вызываем сотрудников ГАИ для облегчения проезда. Польза от этого проекта огромна. Заглубленный контейнер сможет вместить в себя объем 5 наземных баков, а значит, дворы Бреста не только избавятся от неприятного запаха, но и вернут свой прежний уютный облик.